С 10 по 20 ноября в Чувашии проходит республиканская акция «Дети и семья». Каждый неравнодушный может помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание в рамках акции уделяется детям-сиротам. Будет проведен ставший уже традиционным автокараван «Чувашия без сирот». Пройдут спортивные мероприятия для замещающих семей. Жители республики, которым необходима небезразлична судьба детей-сирот, смогут посетить детские дома, школы, интернаты в рамках Дней открытых дверей. Не оставят без внимания и семьи, желающие взять на воспитание ребенка. Для них Центр психолога и педагогической реабилитации и коррекции организует онлайн-консультации, проведет обучающие занятия в школе приемных родителей. Для родителей, у которых возникают проблемы с детьми, круглосуточно работает горячая линия. Вы можете обратиться за помощью по телефону 8 83 52 53 92 23.